А, кстати, я еще поставил битрейт 3000 вместо 6, чтобы этому хорошо смотрелось. Мне это ни о чем не говорит. Ну, короче, в два раза порезал битрейт, я не знаю, типа, может, картинка упадет сильно. Мне это ни о чем не Ну, ты говорит. посмотри, как она работает. На что? Ну, на картинку. На какую? Ну, вот на Твиче, на стриме. А я ее вижу. А, Ну, ну вижу, и видишь? что? И что? Ну, что там, все нормально? Ну да. Но, так, блин, ну, пока не начнешь. Блин, позвонить ему, что ли? Алло. Ну, заходи на стрим, валенок. Хорошо, все, пока. Я Гадости не понял. говори какие-то. Я все понял. Ты будешь в танки играть. Спидрайн танки? Да. Да нет, в смысле, ну я... Да нет, ну, Саня. Я буду играть в смешную игру, а не в отстойную. Но я уже задолбался угадывать. Да все, короче. Не знаю, как начинаем, да, уже? Может зайти на Twitch, посмотреть, сколько зрителей. Если будет больше, чем я знаю людей, то я не буду тогда. Ой, что это? У меня тег стоит IRL в реальной жизни. А почему здесь не стоит? Ладно, не важно. Короче, открываю таймер. Погнали. Так, микшер, громкость немного потише. Скажи что-нибудь. Хотя Что тебе сказать? можно погромче сделать. Ну все, полетели. Нажми сюда, чтобы продолжить путешествие. Создаю новый профиль. Поехали. Летим. Что это за игра? Офигенная игра. Что это Конюшни, такое? ты можешь выбрать. Это про Раймонда? Да. Классно. Смотри, сумка с призами. Мы можем использовать призы, которые в ней, чтобы украсить место торжества. Чтобы собрать сумку с призами, Сумка с просто призами, наступи на нее. чего? Ты в любое время можешь вернуться на ранчо, чтобы Да открыть ну, все сумку, то же нажав самое, на кнопку Раймонда. со стрелкой. Я там был, как бы. Не понаслышке знаю. Короче, Смотри, суть сумка игры. с призами. Мы можем использовать призы, которые в ней, чтобы Ну, тут украсить сюжет место есть. торжества. Тут сюжет есть. Ну да. Я просто пропустил там вставочки, там, может, тебе непонятно было. Там надо нам найти Я не могу кого-то. обнаружить огонь. И тут полно Кого? дыма. Похоже на то, Раймонда? что я что-то не сделала. И здесь кто-то По-любому. остался. Может быть, А нам что с стоит ним отыскать случилось? Я необходимую не нить? знаю. Видишь свечение вокруг металлоискателя? Когда ты пойдешь искать, увидишь, как зеленый цвет изменится на желтый. Если цвет изменится. Это нам предстоит выяснить, что с ним Думаю, случилось. что мы к чему-то приближаемся. Это не то, что нам надо, а просто какой-то мусор. Мусор. Думаю, что мы к чему-то приближаемся. Постарайся определить, какой из этих... Нет, этот символ не похож на изображение того, что нанесено на подкове. Неплохой вариант, но не думаю, что правильный. Попробуй еще. Он подходит. Давай попробуем еще один. Прямо в точку. Время не начал засекать, ладно. Потом посчитаю на стриме. Ой, на записи. Ну тут как бы игра, Может быть, по нам сути, стоит пойти ну, по следам? Я примерно как уверен. Half-Life, как бы бегаешь и выполняешь головоломки. А тут есть баги с вылетами за карту? Нет, такого я не нашел.
Это надо искать, потому что я не нашел ни одного спидрана этой игры, и на спидран.com его тоже нету, и на Твиче этой игры тоже нету. Ну вот надо найти баги и вылетать за карту. По-любому. Не, ну просто в старых играх такое не часто бывает, когда за карту вылетаешь. Как делать буст конем? Буст конем? Да. Слушай, мне кажется, мы преуспеем в этом деле. Ну ты. Ну да. Мои маленькие козлята. Мне кажется, что я что-то видела на земле. Нужно лишь убрать этих козлят с дороги. Что-то очень странные мобы, они лагают. Отличная мысль, продолжай. Ну то есть ты видишь, как бы, что с козлятами происходит. Я вижу, что происходит. Тебе нужно подтолкнуть зверька в сторону вагона. Или вот под спидами, я не знаю. Не, под спидами они бы летали. Ну просто им кажется, что они летают. Они водник сделали, наверное, просто. По очереди подходили и дышали. Так, ну смотри, уже... Уже неплохо как прошли. Нажми, перетаскивая любой клочок бумаги в квадрат, расположенный с... Отлично! Этот лист бумаги не подходит здесь. Уже половину игры, что ли? Ну нет, там еще много. Несколько... Этот лист да, бумаги не подходит здесь. А, вот в чем дело! Это же приглашение! А, вот думаю, в чем дело! В чем дело? Ну, в чем-то дело. В чем твоя проблема? У меня все отлично. Я сегодня, кстати, эту игру уже один раз прошел, поэтому у меня очень хорошее настроение сегодня. Это был просто прекрасный прыжок. Как ты вообще ее нашел? Ну, это не я нашел, это Марта мне нашла игру такую. Как она тебе ее нашла? У меня дома лежал диск. Я нашел в интернете, скачал. Старая макомольная мельница. Похоже, что мост разрушен, и мы не попадем внутрь. Кстати, сложно было найти. Никогда бы не подумал. Такое бывает. Давай попробуем убрать камни с дороги потока, использовав рогатку. Наведи звездочку на камень, по которому ты хочешь выстрелить. Затем удерживай кнопку мышки, чтобы выстрелить. Только что баг тебе нашел. Удалось сбить один. Осталось несколько. Не баг, а фича. Нет, я баг нашел. Этот баг можно использовать, чтобы быстрее пройти игру? Нет, это можно использовать, чтобы медленнее пройти игру. Под несколькими мешками с мукой я что-то заметил. Не, ну такие баги не нужны. Давай попробуем сдвинуть мешки с мукой, чтобы посмотреть, что находится за ними. Нажимай на мешки, чтобы сдвигать два или больше за один раз. Самое сложное вообще вот здесь на рандом попасть как надо. Отличная работа. Отличный ход. Прямо в точку. Супер. Это еще не самая сложная головоломка. Там потом будут с цветочками. Вот это сложно. Там надо различать. Где что. Пока что еще так на разогреве, знаешь. Вот эти фиолетовые цветочки, видишь, да? Какие? А, ну вот эти вот, я видел такие, наверное, на ангаре. Ну вот как к Раймонду идти, там такие растут. Да. Ты же игра про него, игра. Вот сейчас будет самое сложное, наверное. Какой что милый городок. Давай проверим местные магазины на улики. Будем проверять магазины на улики. Я догадываюсь, что за городок. Так, эти цветы. Все они выглядят. Ты нашла пару. Отличная работа. Похоже, что этот цветок чем-то отличается от выбранного тобой. А теперь вперед! Неплохой вариант, но не думаю, что правильный. Похоже, что этот цветок чем-то отличается от выбранного тобой. Попробуем еще раз. Так вот. Вот так вот. Потом. Вот эти. Вот эти, да? Неплохой вариант, нет. Но не думаю, что правильный. Попробуй еще. Похоже,
похоже, что этот цветок чем-то прямо в точку. Осталась отличная работа. Так вот. Плохо. Было хуже мне. Давай попробуем выбрать и разместить нужный прямо в точку. Невероятно. Продолжай. Классно. Отличная работа. Осталось невероятно. Классно. Отличная невероятно. Работа. Отличная. 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 Так, по коням. А вот и антикварный магазин. Давай так, магазин, так, погнали, скажи, что там. Давай попробуем отсортировать драгоценности так, чтобы мы смогли найти антикварные часы. А теперь вперед! Классно. Блин, с первого раза не пойду. Почти получилось, пап, невероятно. Продолжай. Хорошо, хорошо. Опять что ли? Отличная работа. Отличный ход. Давай, ага, отлично, знаешь, супер. Да, ты права, они просто великолепны. Только посмотри на эти сердца. Однако я не смогу их открыть. Пожалуйста. Может, расположение сердец образовывает единое целое? Может, образует. Думаю, что мы уже близки. Лишь часы открылись. Отличная работа. О, опять посмотри, те же инициалы, класс. На внутренней стороне стоят инициалы. Надо срочно связаться с Трезой. В GTA садится на этого коня. Кстати, чем-то похоже на GTA. Так, цепляют, загоняем. Похоже, потерялись. Только вместо CJ вот эта девка. Ты неплохо справляешься. Россия. Давай поможем отсортировать продукты. Нажми на нужную кнопку, чтобы направить их в верный бочонок. Мы сегодня с Андреем шли по улице, там пацан из тачки стрелял из пистолета. Я сказал, что у меня деньги есть, и сразу стрельба послышалась. Что мы были? А, я это не сейчас. Классно? Классно. Офигенно. Надо обязательно сюда кидать. Все, давай, давай, давай. А теперь вперед! Ну, пол игры пройден уже. Сколько там времени прошло уже? Похоже на то, что мост сломан. Саня. Не знаю. Чего ты не считал? Что, должен был считать? Да, должен был. Ты мне не ставил такой задачи. Таким образом, мы сможем установить все недостающие части моста. Сколько идет лайф? Не забывай пропускать лягушек. Минус 5 минут. Которые нам не подходят. Не 5, ладно, если мы словим что-то из них, то все предыдущие нужные я нам части. Я не могу, у меня не показывает время, сколько идет стрим. Хорошо. Классно. Прямо в точку. Отличная работа. Класс. Теперь, так, когда у нас есть все части, прямо в точку. Молодец. Невероятно. Этот лист бумаги не подходит здесь. Попробуй вдруг. Классно. Отличная работа. Осталось невероятно. Классно. Отличная работа. Отличная работа.
Да это, кстати, не знаю где. Это, ну, это не в Щучине уже точно. Это уже больше на Black Mesa похоже. Ну да. Там такие же горы. Ну цветочки те же, я смотрю. Цветочки, да. Это Щучинская Меза. А, это там, где, короче, смотри, там за аэродромом, там поле большое есть. Там тоже только такая пустыня, только, ну, все уменьшено. Туда ведут следы счастливой. Теперь нужно слезть, слушай. Какая прекрасная пещера! Ты ну, только посмотри на эти красивейшие... Думаю, что мы к чему-то приближаемся. Мне когда первый раз будет, я так же скажу. Медленно. Нажми на пробел, чтобы посмотреть найденное. Думаю, что мы к чему-то приближаемся. Это не то, что нам надо, а просто какой-то мусор. Сами там что-то. Давай убирать камни с дороги, чтобы добраться до улики. Нажми на камни, чтобы убрать за раз два камня. Невероятно! Продолжай! Отличная работа! Запах шарфа. Я уверена в том, что она принадлежит... Почему я нахожу каждый раз все одно и то же? Я уже... Думаю, что они пытались это спрятать. Плюс на запонке есть пучок волос. Надо срочно связаться с Терезой и поведать о происшедшем. Да, да. Я бы не связывался с такими людьми. Ну, то, что тут есть выбор, но я могу и так тоже. Так, давай, гонки. Или не гонки, я не знаю, что здесь по сюжету. Гонки на выживание? Да, по-любому. Так мочи. Так я не знаю как. Ничего себе, дробовика там нету даже. Нету. Там гаусс пушки. Я ж не собирал ничего по дороге. Капец. Но зато у нее все мешки эти забираю и бегу вперед просто. Не жду. Не, ну игра без оружия как-то не очень, конечно. Это дикий запад, тут должно быть оружие по-любому, ну типа, не знаю. Ну вот единственный минус, пока я вижу, что нет оружия. А, подожди, так есть же, там рогатка. У меня была. Я же стрелял. Так чё ты ее с собой не взял? Так, она у меня с собой просто, ну, когда на лошади нельзя стрелять. Типа, ну, безопасное вождение там. О чем ты? Я сегодня видел, как из окна из машины стреляли. Безопасно. Отличный ход. Блин, здесь вообще долго надо будет. 5 штук надо собрать в каждый ящик. Ну что, так скребит отвратительно. Меня аж пробирает. А теперь вперед! Прям как мои суставы. Ой, так, чуть не завалил морковку. Классно. Говорят еще, что игры к агрессии там провоцируют. Это все там учат убивать. Ничего плохого не вижу вообще. Ну это неправильная игра какая-то. Отличная игра. О, все, изи. Тут тоже в конце Джимен на тележке приедет, скажет it's time to choose. Не совсем Джимен, но да.
Вообще экшен, головоломки, загадки, ничего непонятное. Очень долго разбирался, как это пройти. Есть! В сути, есть. Нужно на поезд сесть. Ну, эй, ну, это почти, же ржань. Да. Код состоит из четырех ключей. Это же ржание Сани. Двигай необходимые символы на пустые места. Классно. Классно. Отлично. С первого раза почти. Мне лучше составить правильную комбинацию. Конечно, лучше. Какие глупости говоришь. Типа, а, ой, мне сразу бывает правильно. Хорошо. Похоже, что это какой-то комбинационный замок. Какой-то. Мне кажется, что нам стоит сравнить символы, расположенные вверху экрана, с символами, указанными нас прямо в точку. Это фотография, да, которую я получила с официального открытия конного шоу. Ищем. Здесь у можно нас увидеть каждого владельца лошади, который будет в нем волосы, участвовать. Вот такие. А также я приложила все имеющиеся улики. Шарф, шляпу, блин, инициалы на часах и цвет волос. Вот это что? Отличная работа. Отличная работа. Супер, с первого раза угадал. Даже ничего не пришлось изменять. Все, загадка разгадана. Это место вручения... Все, игра пройдена, Саня. Поздравляю тебя с занятым первым местом. Спасибо тебе за помощь, Барби. Тереза, а для чего ж тогда существуют друзья? У меня есть сюрприз для тебя, как благодарность за... Он считает Джимена вот этот. Ух, Тереза, она просто загляденье. Какой милый маленький жеребеночек. Когда она нужно вырастет, выбрать между маленьким и большим. Лошадью, а что ты выберешь? Я маленького выбирал. Мы сможем содержать. Почему? Потому что иначе ты типа, ну... Так мы сможем наблюдать за ними и заботиться, когда пожелаем. Ну, как Half-Life, я говорю. А. Чтобы посмотреть на твою лошадку, просто вот пойди в конюшню и выбери стойло расположенное справа. Хочешь посмотрим на нашу лошадку? Наша лошадка слишком вот, наша маленькая, лошадка, чтобы ездить на ней верхом. Но мы можем ухаживать за ней, как за взрослой. О, видел, можно пожрать. Ты можешь покормить лошадку, чтобы можно покормить, расчесать ее. Вот это конь. И наведи на ее мордочку. А чтобы расчесать... Вот, а еще смотри, теперь, короче. Когда мы разгадали эту загадку, мы можем вернуться и проехаться в любом направлении. Да, или же переиграть в любую часть игры и головоломок. Значит, мы можем... Мы же заработали призы, не просто так играли. У нас, смотри, значит, можно вот эту вот хибару нашу украсить нормально, по-человечески. Да. На каком моменте останавливается таймер? Таймер останавливается, вот когда разговор начинается. Ну, надо написать сначала таймер, потому что я не нашел готового. Так что, я этим займусь как-нибудь. Так, смотри, что куда ставим? Бывает теперь что-то попрезентабельнее. Ты можешь добавить цветочный букет в любой из цветочных газонов или в подвешенные корзины. Чтобы добавить цветочный букет, нажми на нем. После чего нажми на цветочный газон или на подвешенную корзину. О, красота. Ну, сюда можно ставить вот такие штуки. Супер. Ты чё, дизайнер? Ну да, получается, наверное. Учился на это дело много лет. Кончил университет дизайнерский. Разбираюсь. Давай вот так. Симметричненько так. Неплохо. Задний план. Что-то такое. Здесь можно такие цветочки поставить. Вот. Окей. Так, вот эти. Ты можешь развешивать цветочные гирлянды с крыши и на столбах. Чтобы почему повесить гирлянду, выбери ее, а затем нажми либо на крышу, либо на столбы. Ладно, так тоже красиво. О, вот это я понимаю. Но это еще не все, давай раскрасим его. Ну, значит, пускай будет такой пол, что ли. Чтобы сочеталось. Ну, как-то... не очень. Можно перекрасить вот этот вот. О! Ого! Все, отлично. Я доволен. Класс. Что это?
Если ты хочешь сменить одежду, то иди в раздевалку раньше. О, я хочу сменить одежду. А где раздевалка раньше? Так, ну-ка, ну-ка. Это раздевалка на ранчо. Ого. Здесь ты сможешь поменять свои костюмы перед поездкой. Тут ну, можно давай. Выбрать одежду, шляпки и ботинки. А, понял. Нажми на нужный предмет, понял, который где? Хочешь примерить на Барби. Продолжай нажимать, как чтобы тебе... посмотреть всю одежду. Что тебе больше если захочешь нравится? Уйти, просто нажми стрелку. Кому да, мне? Вот розовенькие, да? Это что? Это как отличается? А, это я понял. В разном стиле, да? Я бы это прокомментировал, но не буду. А, так тоже неплохо, но... Это хайповая мода, да? Это, да. Такая шляпа. Можно шляпу эту снять? Мне нравится. А вон, боты. Боты. Ну, пускай будут. Блин, что так сложно. Пускай вот такие, ладно. А вот шляпа. О, класс. Ну, раз он все такого цвета, пускай будет. Вот такая. Супер. О, смотри, у нас это Щучинское озеро, Саня. Туда похоже. Если ты хочешь сменить одежду, иди в раздевалку раньше. Давай. Лови ты. Сейчас что, 5 утра, что ли? По-любому. Так, тут что у нас? Петухи, да, ходят. Понятно. О, это смотри, короче, это вот на гаражах там мост переходить надо, вот там то же самое. А, это, да, да, узнал. Узнал, согласен. Да, вот цветочки такие же растут. Это что, я не знаю. Такого не видел. Смотри, короче, стой. У меня такая идея. Вот. Вот. Пойди, короче, переоденься еще раз. Хорошо. Хорошо. Ну? Ну, короче, сделай что-нибудь. Хорошо, я... Ого! Хорошо, пускай вот так. О, мафиозник. Класс. Зубенко Михаил. Иван, 16 лет, реальный пацан, разбирается в мемах и хайповой моде. Так, а там что? А, тут можно на лошадь кастомизировать, по-моему. Это как? Сейчас снимем. Вот. Лютик. Лютик. Что? Лошадь будет лютая. Так, ну, чтобы она была лютая, это надо. Ну, такая довольно лютая. Я бы такую увидел, я бы очень испугался. О, Нига. Настоящий. Мы почешем что. Так. Надо назвать Кирюха тогда. Дом покорм, класс. Кирюха? Красотка. Красотка. Принцесса, Руби, Звезд, Искра, Буря, Тафф, Вист, Бель, Лютик. Нет, Лютик. Знаете, яблоко. Все, погнали. Ну что, здесь, по идее, больше делать нечего. Я не уверен точно. Тут даже утопиться нельзя. Не, нельзя. Обидно. Это не пропагандирует такой игра. Как бы. О, зато, слушай, баги искать, да, надо? Если ты хочешь сменить одежду, то иди в раздевалку раньше. Ладно, ну баги я потом, наверное, поищу. Наверное, все на этом.
Ну все, так все. Так. Вы уверены, что хотите? Да, я уверен. Спидран окончен. 30 минут мы всего занимались чем-то. Непонятно чем. Не, ну было прикольно. Ну, вначале. Ну, то есть тебе понравилось, да? Ну, не то чтобы очень, но я поугарал. Не, ну просто понравилось, да? Ну, просто если тебе понравится, то Андрей должен тоже это спидранить. Есть еще игры типа этой? Я думаю, найдутся. Ну ты поищи, поищи. Я поищу. Ну все, наверное, пока стримы завершаем.